Здравствуйте, Игнат Тихонович. Добрый день. Вы меня слышите? Слышать-то слышу, но не вижу. А, не видите? Да. Так, сейчас, секундочку. Вот А так. вот так? Так видно. Видите? Так лучше видно. Хорошо видно, все нормально, да? Да. Вы нам через 3 дня разрешали зайти, но вот у нас не получалось все никак зайти. А тут вопросы у меня уже были еще и в прошлый раз. Ну, не помните, мы к вам заходили с мужем? Ну, помню. И вот можно задать вам вопрос? Есть у вас сейчас время? Есть. У меня, значит, такой вопрос. Вот что такое глухая исповедь? Давно уже как бы про это вот слышала. Что это такое? Ну, выдумка. Это просто нет вообще такого в правилах, да? Никаких правил нету, но бывает так, что человек поврежденный был. Он не может разговаривать. Вырвало язык или что-то. Но он в уме в своем, да? А бывает такое, что-то ударил, он ни одного слова не слышит и парализованный. Ну, а исповедовать надо. Так что это принято, ну и пусть будет. Но это исключительно крайний случай. Когда он был верующий, он исполнял заповеди, причащался. А не так, что жил, курил, пил, и в смертный час пришли, рот ему разинули, причастие положили. Это не... А если он даже был без сознания, то это тем более никак? Да никак. Без сознания уже ничего и нет, это мертвый. И еще вот такой вопрос. Может ли вот этого, ну, человека грехи взять кто-то другой? Нет, никто не может. Это придумали царь, искупитель. Один искупитель. Нет другого имени под небом? Нет. Просто нет. Данного человеком, которому надлежало бы спасти. Деяние 4.12. Запиши. Деяние апостола 4.12. Он умер за наши грехи. Он, Христос. Больше никто. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Он наши грехи взял. 29. И еще такой вопрос. Вот если в храм ходит человек, ну, все так говорят, он занимается нехорошими делами. Ну, всякая ворожба, вот такое все. Его и в храм запускать нельзя. Ну, как бы вот никто не доказал, но все так предполагают. О, это не годится. Это не годится, это да? Это не годится. По слуху нельзя судить. Этого человека нужно сделать явным перед священником и сказать, чтобы он его исповедовал, если он сам не идет. А если нет, значит, у вас, ну, допустим, у нас вот такое было бы. Его сразу остановили, допросили, батюшка его исповедовал бы, узнал, что это неправда, все. А если правда, он все, больше внутрь храма не зайдет. Он будет в притворе стоять. Кто этим занимается, на 18 лет отучается от церкви, как Ванга, 18 лет. Он приравнивается к бандиту, к убийце. Так что у нас правило, нам православным-то легко это разбираться. За нашим правилом стоит собор вселенский, сотни епископов. Это в Кормчии написано, да? Да. Это правила такие. Их можно все выписать. Да книга правил продается, ее можно купить сейчас. И там откроешь и по оглавлению найди волшебство. Все. Ну, это просто какие вопросы мучили, вот как бы спрашиваю. И еще у меня такой вопрос, вот как можно убедить старообрядцев, беспоповцев прийти в церковь? Они все боятся, что священство утеряно, что его никак нельзя было восстановить, что... Восстановленное священство, какие есть в церкви, что это, ну, прервано оно было от апостольских времен. И вот они на этом стоят твердо и никак не хотят уйти с беспоповства, боятся даже, что предадут веру своих отцов. Понятно, я знаю. Вот такие страхи у них. Мы сами из этой среды. У нас так и было, деревня Киржецкая, называется Киржаки. Ну, вот это дело очень непросто. Если беседовать с ними отдельно где-то, то попросить книги, по которым они молятся. И там написано «Иерей глаголит». Мы начинаем с этого. Спрашиваем: «Иерей, а кто это такой?» Вот пускай они ответят. Спрашивала, говорят, это наставник. Нет, Иерей. Иерей это не наставник. Это священник. Иерей это святыня. Святой. Я у вас читала там на сайте вот, и спрашивала, говорю, ну иерей же это священник? Нет, это наставник. Нет. А, так наставник, они отвечают. Они так говорят, наставник. Наставник любой может быть.
а священник только рукоположен от епископа, который имеет рукоположение от апостольских времен. С ними очень трудно говорить. Их поэтому в церкви труднее прислонить. А вот есть старообрядцы, у которых священники есть. Белокреницкая иерархия. Ну, вот. Здесь есть у нас церковь такая. Вот, если такая есть, вот и с той стороны людям тогда легче говорить. Одинаковые книги, одинаковое персосложение, все одинаково. Поэтому у них не хватает только священства. А тут они не ханьяне, у вас кукиш там такой показывают, они за все цепляются. Нет, как бы призываем-то мы их именно в старообрядческую церковь. Они тут и совсем не согласятся. Но, и все равно они боятся. Ну, боятся-то не из-за чего-то, а из-за того, что живут в грехе. Тут причина одна. Никогда не были на исповеди. Никогда. И да, поэтому не причащались. А наставник, который там, он не имеет никакой власти, просто избрали себя. Поэтому тут только молиться и показывать по их книгам. Иерей – это священник. Тут доказывать ничего не надо. Ты просто открой, скажи, словарь любой посмотри. А если он невежда, он не принимает, то и ничего не надо. Два раза скажи, отойди, не бейся. Их, ну вот сейчас людей как бы они и готовы, и не готовы, но страх их просто мучает. Они бы и перешли бы, но боятся. Боятся. Боятся чего? Ну что вот мама там говорила им, ни в коем случае никуда не уходить, иначе предадите. Понятно, понятно. Это и мусульмане говорят своим, никуда не ходи. Тут да. Это все так говорят. Вот встретишься баптиста. А нет, моя мама была баптистка, она говорила, никуда не переходи. Ты ему должен сказать, мы верим то, что написано в Святой Библии. А у старообрядцев без попопсов, у нее нет, Библии-то нету. Нету, нету. С ними очень трудно говорить, поэтому говорить надо по их книгам. И первое, что показать, что такое иерей. А потом показать, как священство получилось. Откуда? Вот, допустим, Белокреницкая иерархия, они больше 100 лет не имели священства. И ходили по всему миру, искали, нашли митрополита Амвросия, от него рукоположение пошло. Ну, это самый легкий путь. Вот ну, это даже и книга есть, я ее давала, они ее читали, все. И все равно никак. Больше не надо ничего, отойди. После первого-второго вразумления отвращайся. Это ну, как бы жалко, говорит. Что люди-то не понимают, а может быть и дойдет до них все-таки. Это не надо говорить, все, дальше разговор закрытый. Им закрыто. Бесполезно, говорит, да? Кто закроет, говорит, никто не откроет. Вы перестаньте об этом даже думать. Да, тебе ничего не сделал, ты сказал, ничего не скрыл. Вот. У нас есть вот форум, и на форуме там, или на сайте о священстве. Вот эта тема, священство и церковь. Два вопроса. Они освящены в нашей книге к истинному православию. Более полного материала нет. Что об этом Златоуст говорит? А Златоуста они слышали. Они признают его. Ну, а признают, но у них книг-то нету, 12 книг. Одна всего, одна. Да одна это вместе взятая, там и Нифон-то взята, Василия Великого. Там несколько святых. Да, там разные. У нас книга это есть. Она называется «Златоуст», а там собрание из разных святых отцов. Там и видения какие, и все такое. Если по крайней мере, если говоришь «Златоуст сказал», они слушают. А про другое это вообще никак. Вот Златоуст об этом как раз и говорит. У нас там все взято. Я вам скину этот материал. Сейчас вот кончится, если у вас нет, у нас сайт, форум где? Есть, у меня все есть. Ну все, поэтому больше. Один раз призовите, покажите им. Но им будешь говорить, а у них книг-то нет, они не верят. Они думают, что мы сами написали. Да, они так и очень... говорят, это все там испортили никоньяне. Да, я знаю до конца их. Угу. Потому что у нас целое селение рядом. И у них мы были и говорили, бесполезно. Мама умирала, сказала, это они говорят, на земле 77 вер, а ты, дочка, храни свою веру. Да-да, вот это я тоже слышала. Вот, сыну она сказала, икону нужно только на подоконнике держать. Он начал дом строить, первым делом подоконник сделать, куда поставить икону. Ну, это идолопоклонство самое настоящее. Иконы на бумаге не могут быть, только железные и деревянные. Да-да-да. Ну, пейте свои кружки. Мешаться. Да, вот еще эти чашки. Из чашки. Этих чашек это вообще. Да, скамейки, все. Это Господь об этом говорил. Внешне чаши, говорит, ощущаете, а внутри мерзость, кости гнилье. Кто чашки соблюдает, они считаются выше, как на шаг даже. Да. Они там, ну, больше им можно даже. Да. А кто без чашек, то все. Но все равно как бы, вот это я еще почитаю, потому что я только читала там на сайте про старообрядцев. Ну, да. Что вы отвечали, какие вопросы задавали, да. И вы отвечали. Ну, вот про иерея-то я как бы разговаривала, говорила. Он говорит, это наставник.
Я говорю, нет, это священник. А у нас нет священника, поэтому это точно не наставник. Наше рассуждение, в первую очередь, по Библии, дали по святым отцам, по канонам. По канонам нигде нет, чтобы без священника кто-то совершал литургию. И апостол Павел говорит, все творите в мое воспоминание, доколе он придет. Апостол Павел повторяет, эта литургия будет до пришествия Антихриста. А они не знают этого, они считают по-своему, ненаученные, совершенно неграмотные. Да, ну, что не признают даже Евангелие, это точно. Как вы говорили, точно ну, так и есть. Так и есть. Поэтому да. Где-то можно дать Евангелие, что-то посчитать, поговорить, молиться. И бывает, какая-то душа тронется. Вот у меня долго мама держалась за это, а потом мама покаялась, обратилась совершенно внезапно. Без поповстве была? Конечно, у нас вся семья без поповцев. Угу. Это наше природное. У отца он имел священство, а дед. Угу. Отцов дед, ну, а родитель. Ну, мы его не видели. Он уехал в Россию, и там родной брат его убил. Mm-hmm. Вот так. Глухонемой. Сказали, что он приехал из Сибири дом отнять. И он его прям за столом и убил его. Поэтому я... у нас здесь все они тоже откуда-то приехали. Там, как они говорят, с России. Говорить можно. У них это выпивка, за грех не считается. Они выпивают сплошь и рядом. Водку нельзя, говорят. Ну, со своей кружкой можно. Ну, вот у меня-то, я-то тоже оттуда же. Бабушка говорила, нельзя пить. Никогда. Да. Всегда говорила, нельзя. Ну, пьют, конечно, нарушают. Я знаю до конца их всех. Потому что мы в этом жили, да. Посты соблюдают, они знают. Угу. Это уже ничего не скажешь. А страхи Божьим знают. Но все это толкуют по-своему. Вот. Да. Нас мать не пускала в пионеры, в комсомоль, никто не заходил, мы боялись этого. И это было крепким фундаментом. На этом дальше Господь попало евангельское слово, и оно дало росток. Это очень сильная помощь, когда ты знаешь, что это нельзя. Мать наша говорила, вот это нельзя, вот это, и Бог сохранил от того, что мы знали. А что не знали, значит, и плыли. Все-таки надеюсь, что, может, услышат меня. Так, как бы. Я сразу не спросил, у нас все записывается, в интернет вставляется. Вы не против? Если, как вы посчитаете, я не против. Не против, да. Да, потому что уже я была у вас и знаю, и смотрим вас очень давно. Так. И еще вопрос у меня. Вы в каком месте находитесь-то? Республика Алтай. Алтай. А мы сможем к вам выходить? Я знаю, где, далеко нет от Горно-Алтайска. От Горно-Алтайска 400. С какой стороны? Дальше еще Барнаула? Ну, дальше туда, вглубь республики, в горы. А от Барнаула сколько тогда это? 700. Далековато. Угу, далековато, ну. Ну, вот так. И вот какие Евангелия там, вот сын-то, когда у вас брал трехтомник, вы ему еще давали Евангелие, которое вот благословленный патриархом Кириллом, мы тоже тут их раздали своим. Красного света. Красные, да, визиток там немножко было, раздали. И как бы это... Ну, вот работать надо, сидеть не надо. Надо работать и благовествовать. А там Господь управит. Я говорю так, вот если земля не засеянная, 100%, что ничего не вырастет. А если ты сеял, наполовину, то ли зайдет, то ли нет. Ну да. Так. Ну просто вот за старое, конечно, сильно держатся. А там вроде и нет, там ничего нет вообще. Да. Там пусто, но держатся за это все равно. Еще, Игнат Тихонович, один вопрос. Давай. Вообще женщине нужно носить пояс? А почему же нет? Нужно, да? Конечно. Запрета никакого нет на пояс никому. Мужчина, мы знаем, точно обязательно, но угу. А женщина тоже у нее и подпояска есть, и все, она может и ниже, выше, как ей удобно, по форме одежды. Но в обязательно это не входит? Нет, в обязательно это у нас не входит, потому что угу. На обязательно указания нету. О мужчинах речь идет. Угу, угу. А если она носит, никакой беды нету в этом, это похвально. Ну вот, эти вопросы хотела задать вам. Да. А потом смотрю, у вас там написано, даже с 7 утра можно было к вам зайти. Нет, с 7 у нас каждое утро, мы же насчитываем ролик, ответ за предыдущие дни-то. Вы видите, как у нас идет на каждый день отсчет? Ну, смотрю каждый день, ага. Вот поэтому мы заканчиваем где-то в 8, около 8. Хотя совершенно... А в скайпе написано, по Москве можно заходить в 3 ночи, это значит 7 утра.
А сейчас, видите, у нас переменили. Алтай на 4 часа с Москвой разница. Да, у нас так же. 4, 4 на 1 час перекинуть. Мы не успеваем, мы встаем, помолились только, и у нас напряженно. Еще ролик надо насчитать, мои занятия по Теряевке. Да, 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 да. Смотрим. Смотрит, это большое такое. Каждый день даже вот с трудом все успеваем просмотреть, сколько вы нарабатываете за день. Вот это столько трудов вообще. Вот, стараемся, мы уж как Бог примет. Сбрасывали здесь вот нам телефоны и маршрутку, как до Потеряевки-то доехать. Мы батюшке звонили, разговаривали с ним. Ну, он говорит, вы сначала приехайте, посмотрите. А потом уже все действия, говорит, уже свои будете там. Все правильно. Это правильно батюшка-то говорит. Ну, как-то с деньгами-то вот это туда-сюда поехать, это... а по-другому не получается же. Ну, надо приехать сказать, когда просохнет дорога. Ну-ну-ну. Дорога просохнет, уже открывается дорога, а потом уже тут огороды и все остальное. Главное, чтобы все посадить. Если кто... Это, наверное, и не успеть, потому что обязательства, какие здесь у нас набраны, их же нужно все довыполнить. Вот муж работает, ему надо работы все довыполнить, какие у людей... Я говорю, чтобы знали, что посеять, посадить в огороде, это уже... Допустим, ты думаешь переехать даже где-то хоть и к сентябрю. Но да, у тебя растет все. Ты приехал, у тебя все свое есть. Посадить, если в этом году думает человек переезжать, просто непременно. Земля родит без нас, оно все растет. Ну, понятно. Ну, можно-то, конечно, и здесь вырастить и привезти к осени. Ну, главное, чтобы было. Конечно, конечно. Чтобы деньги, главное, это были. Да. А там можно и за осень что-то сделать, да. Успеть. Так, и что я тут еще дописала спросить? Так, ну все, наверное, еще где-то было. Значит, другой раз. Другой раз. Спаси вот, Христос, Игнатий Тихонович. Слава Христу. Вот сами смотрите, как вам это будет. Все примеряйте, чтобы никогда не сожалевать, говорит, избранный. Конечно. Быть не подумав, тут такое дело не сделать. Ну, видите, как. Мы привыкли вот сидеть сегодня, а вот оно тряхнуло где оттуда. Народ посыпался и не знает, куда голову преклонить. Там наводнение, там пожар, там наступают враги. И не знает, что где. Там взрывы сейчас идут. И люди мечутся, не знают, куда. Вы держите это место, было бы куда приехать. Действительно, мы тут никому не нужны, мы сами. И в то же время это не тайга, не подземное какое-то. У нас электричество, интернет, все там есть. Конечно, такой связи-то нет, как здесь, чтобы легко открывалось. Ну, они там через модем. Такой. Ну, просто помедленнее интернет, помедленнее. А дальше можно уже, может быть, другой... Игнат Тихонович, еще вопрос один забыла. Можно спросить? Вот в каком случае можно отойти от родителя, от своего? Вот есть какой-то такой случай, правило? Если самостоятельный ты человек, ты отошел уже. Нет, в том смысле, что вот он вообще мешает... уверованию твоему, вообще вере твоей в Бога. Тут только одно бежать. Написано, кто любит отца или мать, кто не возненавидит, Лука говорит, отца и мать ради меня, недостоин меня. Господь требует не просто отойти, а с ненавистью отойти. Я, сказать, презираю я ваш путь, избираю другой. Даже разговаривать не о чем. А написано, что вот нельзя бросать. Нет. Это нет? Не тот момент. Нельзя, когда человек говорит не докормить, а ты можешь потом ему и деньги послать, и что угодно. Помогать. Конечно. Прямо написано, оставить человек отца и мать. Да, оставит. Угу. И да прилепится к жене. Все, уже оставил. Уже отец твой на стороне. Конечно, ты должен заботиться, докормить, допоить. А если он говорит, ты мне не нужен, не подходи, пока ты верующий, он сам избрал этот путь. Завернулся и ушел. Угу. Спаси Христос. Слава Христу. Отдача должна быть на 100%, не меньше. И поэтому советуется с плотью и кровью, с плотскими. Господь запретил. Я, Павел говорит, не стал советоваться, а сразу отправился и стал служить Богу. Люди будут настаивать, упрекать, говорить. Ну, сатана на земле. И он действует так. И мы должны это принять как данность. Нам другое не дано. Как быть верными Христу. Вот у меня... Сегодня, может быть, разговор, попросили прокомментировать вчерашнее выступление в Московской думе патриарха Кирилла. И сегодня почти уже к ночи будет дело, меня попросили его прокомментировать. Так что уже завтра примерно этот ролик будет стоять. Вы сегодня увидите, я там показывал там про голубей и собак как отлавливали. А сегодня еще не смотрела. Посмотрите. Да, интересно довольно.
И еще вопрос вспомнила. Игнат Тихонович, а как можно понять, вот если что-то не получается, Божья это воля или дьявол мешает? Как мы можем знать? Не получается. Это дьявол может мешать. И Да, Господь вот. его допустил. Бог, он не ставит, что преграду. Допустим, я решил туда-то поехать. К примеру сказать. И обстоятельства так складываются никак. Ты молись, и все устроится. От кого я буду? От дьявола, от Бога. Дьявол везде мешает. Везде. Нет дела такого, которое спасительное, чтобы он там не встрял. Он даже на литургии там сонно ведет на человека. Жития святых это видно было. Он может поссорить кого угодно, подозрения всякие друг на друга. От кого это? От лукавого. Даже сон определить, сон и то. От Бога, от дьявола, от забот житейских. Ты сам определи, откуда он. Вот мешает где-то. Меня часто спрашивают, я не в углу сидел в жизни-то. Ну а как вы считаете, препятствия какие? Бывает дело очень необычное. Трудное. Я советую. Вот позапрошлом году нам нужно было открывать визу в Великобританию. У нас виза на всю Европу, шенгенская. А Великобритания, она не вошла в шенгенскую зону. Ехать из Барнаула только в Новосибирск, отпечатки давать, снимают роговицу глаз. Там столько написано, такие деньги платить. Я спросил, скажите, все-таки возможно или нет? Все говорят, ну конечно, люди получают. Все, тогда мы едем. Ой, в машину и пошли туда, договорились, как и что. У меня не было препятствий таких, чтобы вот я еще не начинаю и бросил. Если это нужно, помолился, начинаешь делать. Не сегодня, а завтра Бог открывает двери. Бог испытывает нас. Павел хотел пройти в Асию, там где не пустил, говорит, дух, а как, непонятно. В другое никак. И вдруг на третью ночь ему во сне видение. Явился человек македонянин, видимо, смуглый такой, ну, из Югославии. И говорит, приди к нам. Тебе туда идти не надо, к нам. И помоги нам. У нас люди не могут уверовать. Нужно доказательство. Нам нужен наставник. Наставник божественный. У вас много наставников, много учителей, много отцов, Павел говорит. Но я родил вас благовествованием. Я вам проповедовал. Вы через меня пришли к Богу. Это Павел говорит. Поэтому он не знал, даже Павел не знал. Он хотел, а сатана, говорит, воспрепятствовал. Дух не допустил. А может быть, просто Господь поставил препятствие. Нам об этом гадать никогда не надо. Потому что Господь иногда похваляется нами. Вот на небе идет какое-то совещание. Первая глава Иова. И между сынами Божьими предстала сатана. И Бог ему задает вопрос. Ты где был? Он говорит, весь свет объехал. Все я видал. 115 государств проехал. Ну и что? А раба моего Божия видел его? Видел. Ну и как? Дал ты ему все, там тысячи стадов, у него там быков всего полно. Так можно верить-то. А вот от него, отними у него все. Будет ли он тебя любить? Будет, отними. И он пришел, и все у него отнял. Напали воины, напали Чингисханы, Гитлера, Наполеоны. Все разбили, а он Бога славит. Опять пришел. Ну вот это ты, вот, ладно, так. Но вот если бы его самого тронуть, Господь говорит, возьми, только душу не отнимай. Он поразил проказы. Неизлечимой болезнью. Вы помните как? Сатана. Да, и Бог допустил. На гнующей сидел. И опять победа была. Победа. Мы должны помнить, что с нас требуется славословие. Понимаешь, не понимаешь, благодари Бога. Трудно, благодарю и слава тебе, Господи. Никогда не помыслишь, что, что Бог мешает мне, трудно. По силам дает, по силам крест. Бог – любовь. Он любит нас. Он умер за нас, Спаситель наш. Спаси Христос. Слава Иисусу. Все тогда, хозяину поклон. Спаси Христос. Скажите, ладно, давайте. Хороший у вас глазок. Чистое. Хорошо видно? Очень даже хорошо. Редко у кого такое. Дети подарили. А меня хорошо видно? Вас хорошо видно. Ну, мне тоже поставили. Не такое, но у вас сильно хорошее. Может, даже лучше моего. Давайте. Бог.